В городе Мегионе Пасху встретили ночным богослужением и дневным общегородским крестным ходом. О встрече главного праздника церковного календаря в сюжете Илоны Денисовой. Праздников праздник. Православные христиане отметили один из главных церковных праздников – Пасху. К этому торжеству готовились долго. Светлое Христово воскресенье предварял 40-дневный Великий пост. Накануне мегионцы пекли куличи и красили яйца, а первые часы праздника встречали на ночном богослужении в храмах. «Христос воскресе» – эти слова вот уже 2000 лет не теряют своей новизны, чистоты и радости. Благую весть о воскресшем Христе в праздничный день со сцены несли малыши и подростки, воспитанники воскресных школ и артисты города. На главной площади Мегиона впервые состоялись народные гуляния, посвященные празднику Пасхи. Хороший, светлый праздник православно-христианский, вот, который вселяет надежду в будущее. Вчера вот четко просмотрели, когда пасхальный огонь зажегся, значит, конца света не будет, да? Будем жить дальше в мире, согласии, в любви, в добре. Вот этого праздника мы ожидаем, то согласие, тот мир, то добро, которое должно посетить нас всех христиан православных. Для нас этот праздник значит много, с самого рождения мы празднуем его в кругу семьи, в кругу нашего храма, всем приходом. На ночные богослужения тоже всегда ходим. То есть, когда такой, объединяемся все вместе в эти праздники. Подобные праздничные концерты нужны не только зрителям, они необходимы и для самих воспитанников воскресной школы, уверен настоятель Покровского храма отец Андрей. И с радостью напоминает, как с благодатью следует проводить пасхальные дни. Радостно дарить родным и близким любовь, поддерживать их, радовать каким-то таким образом, может быть. Ну и, конечно, не забывать о посещении богослужений, которые особые, пасхальные, всю седмицу будут служиться в храмах. Неотъемлемой частью пасхальной радости мегионцев на протяжении многих лет является крестный ход по улицам города. Песнопение и колокольный звон заполняли в праздничный день улицы Мегиона светлой радостью. Вы знаете, я очень благодарна, что ежегодно у нас состоится этот крестный ход. Благодаря воскресению Христову люди настолько стали очень сплоченные и празднуют этот праздник, я считаю, что весь мир. Праздник, который по праву можно назвать городским, получился красивым и добрым. А радость, которую он подарил, сохранится в сердцах мегионцев еще на долгое время. По доброй христианской традиции, в дни Светлой Седмицы каждый желающий может подняться на колокольню и возвестить всему миру о своей пасхальной радости. Для удобства на территории нового храма поставили передвижную звонницу.